кафе сделано в 1985 году. Коллектив третьей ткацкой фабрики собирается на 1 мая. Все передовики идут, фоткались. Такие радостные мы были. И на демонстрации собирались на Красную площадь. Идем. Передовики третьей ткацкой фабрики, когда на демонстрации идем, всегда впереди шли колонны. Тогда на фабрике 18 тысяч человек работали. Вообще все были радостные, все были аккуратные, все трудолюбивые были. А мы специально для ткачей готовили ровницу. Потом проверяли, контролером работали. Все, в общем, там работа полна была. Всегда грамоты были, всегда премии давали. Не обидели никогда. Тут на фабрике проработали 20 лет, но на работу ходили как на праздник.